Зранку 15 громадян прийшли на Думську площу захищати Гагарінське плато від забудови. Половина – мешканці мікрорайону, половина – активісти зелених та правих організацій. Мітингувальники вимагають більше не забудовувати Гагарінське плато та не рубати дерева. Водночас вони просять збудувати в Аркадії школи, садочки та іншу інфраструктуру. Все це протестувальники бажають особисто обговорити з мером. Всі вимоги та підписи, яких, до речі, назбирали 800, вже передали до міської адміністрації. Около місяця назад звичайні жителі раннім утром услышали звук пил и не поняли, что происходит. Мы вышли из домов, начали разбираться, в чем дело, и узнали, что по Гагаринскому плато 4 происходит незаконный, как оказалось. То есть мы, как жители, этого сразу не знали, но обратившись в определенные структуры, органы, обратившись к владельцам территории, мы обнаружили, что происходит незаконный спил деревьев. Дальше мы начали разбираться в ситуации, что находится вокруг нас вообще, в принципе, на плато, и поняли, что систематически происходит с нарушениями всех норм градостроительных, с нарушением всех правил выдачи разрешений, хаотичная, бесконтрольная, некомфортная для жизни застройка.